Здравствуйте, представляем вашему вниманию миостимулятор B333. В комплектацию миостимулятора входят бандажи, накладки на грудь, на лицо и непосредственно работа по телу. Для того, чтобы включить миостимулятор на задней панели, включаем через тумблер, устанавливаем время. 30 минут времени занимает полноценную тренировку в спортзале. Миостимуляция – это зарядка для ленивых. Есть несколько режимов – миостимуляция, дренаж, липолиз, либо можно включить авторежим. После включения заданных параметров необходимых, мы нажимаем кнопку «Старт» и благодаря данным рычагам начинаем поступление тока непосредственно в насадке. Начинается чувствительность где-то с 1/3. Но это все индивидуально в зависимости от болевого порога вашего пациента. Накладки мы хорошенько обрабатываем гелем для миостимуляции, электрогелем. И также можно немного на саму поверхность кожи также добавить немного геля. Накладки делаются на мышцы. И не нужно делать параллельные мышцы одновременное воздействие. То есть, если мы на внутреннюю поверхность бедра накладываем миостимуляцию, тогда на внешнюю поверхность бедра у нас миостимуляции не должно быть в один момент времени. В физиологии нашего организма заложено так, что параллельные мышцы не работают одновременно. Поэтому данную особенность необходимо учитывать во время проведения процедуры. Накладки устанавливаются на тело пациента. Повторюсь, что необходимо проводящий гель наносить на накладки и фиксируется бандажами. После этого можно нажимать кнопку «Старт» и подключать непосредственно аппарат. Последовательно все манипулы. По завершению времени автоматически аппарат отключится.